Минимальный размер оплаты труда в России с нового года увеличится на 411 рублей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, сообщает РИА Новости. С начала 2015 года МРОТ вырастет до 5965 рублей. Повышение составляет чуть более 7% и соответствует фактическому уровню инфляции за нынешний год. Как отмечает информагентство, российское правительство ведет планомерную работу, чтобы к 2018-му минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом. Новый МРОТ составил около 68% от минимума.